Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Номер 14, урок 2. Задание со звездочкой. А. Сколько полных недель в високосном году? Ответ. В високосном году 52 недели и 2 дня. А в простом году 52 недели и 1 день. В году 365 дней, из них 53 вторника. Какой день недели был 1 января этого года? 1 января 2019 года – это вторник. 1 января 2010 года – это пятница. 1 января 2011 года – это суббота. А 1 января 2012 года – это воскресенье. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.